Че, ребята, канал у нас называется с вами «Деньги из воздуха», так давайте с вами делать деньги из воздуха. Как называется наш канал? Че это такое? Это барабан. Барабан, где я его взял? Нашел на мусорке, на гаражной мусорке, смотрите. У него здесь порванная шкура, она здесь была натянута, я ее, короче, отрезал. Хотел продать его так, но что-то его никто ни хрена не берет. Я его помыл от плесени, все, короче, нафигарил. Прошел где-то месяцок, иду такой по мусорке, смотрю, лежит. Опа, что это лежит? Какая-то штучка. Впоследствии я узнал, это лист термокожи. Так что, короче, все, я залутал все объекты для квеста. И теперь мне надо, в общем, каким-то образом из этого сделать рабочий барабан, проверить, поиграть на нем, собрать его и впоследствии продать на Авито. Какое есть самое простое решение? Сейчас мы вырезаем нужное количество кожи, потом вот здесь натягиваем пристеплеровым мебельным степлером напротив, 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 по диагонали, короче, пытаемся натянуть, чтобы было тут бам-бам-бам-бам-бам. И потом, чтобы было красиво, вот это все срезаем, натягиваем на вот эту кожу и здесь закрепляем, чтобы оно, короче, вот не падало где-нибудь снизу или саморезами, или гвоздями. Ну ладно, хорош, ля-ля, пошли что-нибудь делать. Так, ну что, вот нашел я в своих запасах такой вот пыльный степлер и скобки на 6 мм закаленные. Не знаю, как рассчитать здесь расстояние. Кстати, кто не знает, я тоже не знал, это называется барабан джемби. Его, короче, зажимают между коленях и бум-бум-бум-бум, и, короче, играют. Вот я здесь срезал всю вот эту вот старую всю кожу, вот эту шкуру. Вокруг вот так аккуратненько. Полностью не стал, короче, ее здесь доставать, потому что она здесь так засохла вообще наглухо. В принципе, при желании ее можно достать, но я, наверное, просто потом ее черным цветом закрашу. Фиг его знает. Сейчас, короче, надо как-то вымерить расстояние и начать натягивать с запасом вот эту кожу. Короче, все-таки я оторвал вот эту вот хрень, короче. Не так сложно она снимается. Нафиг она не нужна, вот эта кожа застарелая, с жопы динозавра. Короче, смотрите, как я и думал, моя идея с мебельным степлером провалилась, потому что, смотрите, она прорезает прям насквозь. Надо будет сейчас скрепить каким-то другим способом. Возможно, я не знаю, саморезами не треснет это дерево. Надо попробовать какой-нибудь маленький саморез закрутить. В принципе, здесь точек надо немного. Я думаю, если раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну где-то 10-12, он натянется вообще прям наглухо. Так, ну пока это выглядит как полное дерьмо, потому что эти саморезы тоже проделывают дырки. Но я, короче, нашел вот такие вот шайбочки, сколько у меня было. И вот так вот все это нафигарил. Пока это выглядит, конечно, не очень. Но сейчас мы тут лишнее обрежем и попробуем вот это колечко надеть поверх вот этих всех складок. А вот эти все складки, которые лишние получились, мы их сейчас так загнем и попробуем степлером хотя бы немножко через тресло их прибить. Че, ребята, вот и готов барабан. Посмотрите, какой классный получился. Дерьмо, конечно, полное. Очень нравится. Вау-вау-вау. Но я его сделал. Это теперь барабан. Это теперь не разорванное какое-то дерьмо. Это барабан, и он работает. Я его весь скрепил. Все вот это соединил. Здесь близко, если не смотреть, вот так издалека. Все ништяк. Сейчас я его еще чернителем резины вот возьму прям. Че, ребята, вот я барабан вытащил чернителем резины, все начернил, все натер, барабан работает у него снизу здесь. Ай, телефон упал. Че, снизу у него, короче, здесь дырка. Мы его с вами вот так между ног, короче, зажимаем вот так, хопа, и начинаем играть. Отец! Ну ты видел? Видел? О, видите, дождь сразу начинает идти, видите, тучи, тучи набегают. Сильно много не будем играть на барабане, а то сейчас вообще дождь польет. И так он уже играл, пока проверял, видите, какую он лужу надуло. Если кроме шуток, этот барабан отправляется на Авито по затратам. Десяток саморезов, десяток скоб, буквально рублей 50.
именно 20 моего времени, и у нас получился вот такой замечательный барабан. Как товар он отличный, как барабан полное дерьмо, потому что, мне кажется, эта кожа вообще сюда не подходит. Это так называемая термокожа. Ну, извините, на мусорке там выбора как бы особо нету, что за бесплатно выкидывают. Но в целом он выглядит нормально. Ничего, никто не будет приглядываться, барабан и барабан, кому надо. Я думаю, его купят, но на вид, конечно, полное дерьмо. Главное, в нужных ракурсах сфоткать, можно его с собой, смотрите, носить на тусовке. Пришел так с пацанами у подъезда, семечки погрызть, вот так колено зажал и, короче, начал играть. Ребята позвонили с Авито доставки, точнее с Авито, оформили Авито доставки, вот, купили барабан, я его, короче, скинул немного, за 2000 продал, сейчас я иду на почту, чтобы его, короче, отправить, вот, барабан 2000, ожидает отправки. Барабан можно отправить? Упаковывать надо его. У нас нечего упаковывать, у нас только бесплатные пластиковые пакеты. Все это разобьется, прах. И будет весь путь, он барабан. Какой прах? Пух и прах. А мне вид доставки там сказали, там все упакуют. Да, никто там ничего не упакует. Мы предоставляем бесплатный пластиковый вот такой вот пакет. Ну, давайте два пакета напялим, пусть едет. Да хоть три пакета и что. А это кто? Же будет кидаться, роняться, бросаться. Зачем? Почта России. Грузчик ты. И да, как никто не понесет вам. Шереметьев уже видел, как бросают. Все пинать будут ногами, да? Да. Зачем же они пинают ногами посылку? Да, ваша задача упаковать. Мы предоставляем бесплатную, но у нас только пакеты. Ну, поэтому картон как-то надо его... замотать. Давайте этой пупыркой замотаем его. Давайте. У нас не магазин, у нас это нет. Блин, там написано, это запакуем туда-сюда. А где мне что искать теперь? О, я не знаю, где она продается. Да, Россия. Упаковывай в что хочешь. У нас только целлофанные пакеты. Это вообще бредятина. Почта. Где отправляют вещи, где она... Вещи эти едут. У них нет ничего. Ни пупырки, ни пленки, ни стретч-пленки, ни какой-то там обмотки. Просто нет ничего. Иди куда-нибудь купи, участника принеси, мы тебя отправим. Либо все разобьется, они прям в цвет говорят. Мы все расколотим. Что, давай, это, искать давайте по мусоркам. Что можно запаковать? О, что тут у нас? Мешок, вот, целлофан. Мешок, что тут у нас? Ой, это говно. Как раз. Эх, жизнь, а. Пленки, мешки. О, прям, смотрите, вообще идеально. Сейчас кучу мешков засунем в эту мешковину. И все. Фу, и поедет наш барабан. Давайте. И главное, бесплатно. Россия бедная организация. Наши налоги никак не могут до них дойти. Очень бедно. Ничего нет, посылки разбиваются, никаких условий. Один человек сидит за 5 человек там. Да, чё ж, в стране денег не хватает. Чё ж поделать. А, я пришел. Нашел на помойке мешки. Ну, так. Да. Пакет все-таки поприличный, чтобы был. Да. Мешки чистые, только выбросили. Так. Вот это куда-нибудь туда вниз, прям в них пихайте. Туда, вовнутрь. А это можно с другой стороны. Вы на пол подкрыть. Да, пускай стоит. Туда подальше. Это тоже туда, на него. Так. А это может сверху напялить? Может сверху. Как шапочку? Да, потом уже поприличнее такие сейчас сделаем, и будет нормально.
пускай так. Пускай? Понятно? Пускай. Мне вообще похуй, мне вообще похуй. Ребята, барабан отправлен, упакован бесплатно. Товар человек получит, 2 косаря мне на карту перечислится. Вроде сумма небольшая, но все равно согласитесь, найти на помойке 2 косаря, просто так ты их не найдешь, и просто так тебе 2 косаря никто не даст. Итого, подведем итог. Я нашел барабан вместе с этой кожей на помойке. Это 0 рублей. За 50 рублей его подшаманил. Выставил на Авито, подождал, сходил один раз на почту. Итого, мои затраты буквально 100 рублей, а прибыль 2000. То есть чистая прибыль 1900 рублей. В принципе, ничего особо я с ним не делал. Можно сказать, почти продал как есть. Так что вот, получил, так сказать, деньги из воздуха, деньги из мусора. И все. Всем, кому понравился ролик, всем пока. Подписывайтесь на канал. Кто хочет еще ролики подобного формата, напишите комментарии. Все, пока. Я сделан из куска древесины. Я слышу, как капает с крыш. Дождь, бесконечный дождь, дождь, этот вечный дождь. Послушай и ты, если только не спишь.